Что будет, если в нашу землю влетит огромная гигантская луна? Вау, что происходит? Очуметь! Просто минус половина земли? Да ладно! Здорово, коты! А вы никогда не задумывались о том, чтобы взорвать нашу планету? Никогда не делайте этого. Но сегодня у нас есть возможность посмотреть, что же произойдет, если, допустим, что-то врежется в нашу планету, или нападут инопланетяне, или какая-нибудь гигантская елка упадет к нам прям в огород какой-нибудь, кому-нибудь, я не знаю. В общем, это будет очень круто. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сейчас мы с вами проверим, что может произойти, если, допустим, на нас нападет вот такой вот гигантский кракен. Что это? О-о-о-о-о! Вы посмотрите! Очуметь! Но наша планета живая была, пока он ее не стал разрушать. Серьезно, он просто откусил кусок нашей планеты. И у нас погибло 5 миллиардов. Как это возможно? У нас же здесь... просто небольшая часть планеты разрушилась. Это немного странно, но внутри планеты у нас какая-то огромная лава. Интересно, а если мы запустим вот такого вот червя, который будет лететь и кусать ее? Давай, дружочек, лети скорее. О, какой он огромный и страшный. Сейчас он будет кусать нашу планету. Очуметь! Он просто ползет и такой: ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, я съем тебя, планеточка. Ёшкин матрёшкин, вот это жесть, он просто сквозь нее проходит. Очуметь-ка ты. Мне даже жалко немножечко стало нашу планету. Хотя какой немножечко, мне просто ее реально жалко, потому что огромный червяк ее кусает. Давайте запустим летающую тарелку. Воу, она такая маленькая. Интересно, она что-то сможет сделать нашей земле? Очуметь! Вот этот малыш просто выстрелил в нее, и кусок планеты вот такой разъелся. И тут у нас уже все просто какое-то черное, непонятное. Как будто планета наша подгнила, знаете, как яблоко такое, с одной стороны гнилое, где червяк ее покусал. Вот тут тот червяк улетает, и он просто поиздевался над нашей планетой, но у нас получилось лицо. Это огромный рот и глаза. Это вроде и смех, и грех, как говорится, и страшно, и смешно. Ладно, допустим, вот тут мы чуть-чуть уже ее порушили, и у нас какие еще есть варианты? Новогодние. Очуметь, это елка. Неужели сейчас реально гигантская елка просто летит в нашу планету? Что это за безумие? Ё-моё! Она как сверло просто просверлила нашу планету насквозь. Очуметь! Вот это жесть! Блин! Это вообще-то больно! Она здесь, наверное, вылезет, да? Или она там уже все застряла? Нет, она до сих пор крутится! Серьезно, и вторая елка полетела. Я не хотела этого делать. Она вылетела насквозь. Серьезно? Елка просверлила нашу планету. А что за подарок? Интересно, мы просто можем как Дед Мороз закидывать всем подарочки. Ловите тут с Новым годом там. Счастья, здоровья вам всем, кто остался живой. Фу, это прикол. Это очень круто. Какой-то шар. Бамс! Подождите, он что, будет взрываться еще, что ли? Он просто врезался и крутится. Я не знаю, что это такое. А если мы в подарок его кинем? А, он просто врезался и укатился. Ладно, смотрите, у нас есть лазерный луч. У-у-у! А, я понял. В каждом подарке спрятана какая-то разрушающаяся сила. Понятно. Оу! Блин, все, ноль выживших на планете. Мы ее просто разрушили, видать. Да ладно. Ё-моё. Какие-то ракеты еще. Очуметь. Просто вся планета у нас почернела, как уголечек. Ну все, это габелла, коты. Сарямба. Кто там жил, я не хотел, я просто хотел посмотреть, что вообще произойдет. Но на самом деле мы можем даже обновить нашу планету. И знаете, что мне интересно? Что будет, если в нашу Землю
влетит огромная гигантская луна. Воу, что происходит? Очуметь! Просто минус половина Земли? Да ладно! Вот это жесть! Какое-то полное безумие! Но у нас на планете осталось 7 миллиардов людей, которые думают, алло, что происходит такое вообще здесь? Блин, у меня, походу, вся игра аж повисла от такого разрушения. Очуметь! Коты, ну реально, я даже не мог ее крутить больше. Просто очуметь какой-то. Мы уже с вами попробовали огромное количество всяких штуковин, которые врезаются в нашу планету, но у нас здесь есть еще кое-какие приколюхи. Смотрите, бам-бам-бам-бам, все повзрывалось. Мы с вами можем выбирать другую планету. Давайте возьмем гигантского снеговика. Серьезно, как раз скоро Новый год. И, естественно, первым делом мы запустим в него елку, которая пробивает просто все насквозь, и, возможно, снеговика она тоже пролетит. Ё-моё, мне даже страшно за него. Оу, бедный снеговичок! Елка просто его прошивает. А что будет, если луна врежется в снеговика? Сейчас мы это тоже с вами выясним. Она просто огромная. Оу, половина снеговика просто в минус сразу улетела! Очуметь! Вот это жесть! Ну, елка-то понятно, все насквозь пролетает. Я не знаю, из чего она сделана, но она какая-то просто мега сумасшедшая. Черная дыра. Наверное, она просто засосет снеговика. А, нет, она его расплавила. Воу! Очуметь! Бедный снеговичок! От него остался просто комок снега. Это такое себе. А теперь кракен. Опа! Прям пукан снеговика поджигает. Жесть какая-то, ну, щупальцами. Прям кусок отхватил и улетел. Серьезно, прости, снеговичок. Вот это жесть. Ну, тут у нас еще какие-то лазеры прилетают. А, это космические корабли. А вот и лазеры. В общем, вот так вот можно поразрушать снеговичка. Это тоже прикольно. Сейчас они в него будут стрелять, и мне кажется, это добром не закончится. Пэл-роу! Очуметь. Воу, просто как-то прожгли его жестко. Ладно, давайте посмотрим, что еще есть за планеты. Я даже не знаю, какие у них названия. Красная планета, оранжевая, наверное, Марс, Юпитер. И вот здесь у нас есть киберпланета. У нас что, снеговик взорвался? Блин. Очень жаль. Простите, но слепим снова, ничего страшного. Давайте посмотрим вот эту киберпланету, что это такое. У нее защитное поле. Я не могу ее лазером прожечь. Очуметь. А давайте попробуем Луну тогда врезать. Оу, сейчас она просто ее разнесет. Она как футбольный мячик отскочила. Что это за планета такая? Слушайте, я знаю, что ее точно пробьет. Скорее всего, потому что это у нас постоянно срабатывало. Это елка. Она просто просверливает все насквозь. Вот эти ребята тоже не справляются, но елка, мне кажется, у нее все получится. Она застряла. Ты че, елка? Я так надеялся на тебя. Она катается, как червяк по ней. И не может просверлить, там реально защитное поле. А как же ее пробить? Вот это жесть! Нам бы на землю такое бы поле, чтобы нас никто вообще никогда не трогал. Чпоньк, пам-пам-пам! О, подождите, шары сработали! На землю-то они, кстати, и не очень-то и падали хорошо. А здесь они пробили, получается, все защитное поле. А нет, оно работает. Но они смогли его повредить. А как это? Может, их надо взрывать? Что это? Очуметь. Давайте еще раз елку пустим. Мы тут вроде все повредили. И я думаю, что это может сработать. Сейчас еще черную дыру. А где елка-то? Я не понимаю, куда она делась. Что это? Серьезно, мы все-таки пробили защиту этой планеты. О, и прям в ядро елка врезалась. Сарямба. Ё-моё, ну там всего 700 миллионов человек... Ой, 800 было на этой планете. И 600 осталось живые. А, интересно.
Все, у них просто нет защитного поля, и она сейчас взрывается. Бам-бам-бам-бам-бам. Можно ее уже разрушить. Это интересно. Вот это, конечно, сложная планета. Не то, что снеговик сразу растаял, взорвался и все. Тут пришлось пошаманить так нормальненько. Пэ-мя-мя-мя-мя-мя. Ну, самое разрушаемое, это как раз наша планета вместе со снеговиком получается. Потому что что-то там вообще никакой защиты не было у нас. А здесь вот получилось сложновато. Давайте тогда пару червячков еще, наверное, полетели. Уа, какие они страшные. Просто какая-то жесть происходит. Они его съедают. Блин, вы прикиньте, такой червяк реально нападет на нашу планету и слопает ее. Уа, я даже представлять это не хочу. Очуметь. Вау. Просто как яблоко съели, реально, которое упало с дерева, и они вам на-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 
И вот какая-то розовая, давайте глянем, что она из себя представляет. А что это там? Подождите. Я не понял. Уже что-то взорвалось. Это летающие тарелки ее разрушают. Ну, она как планета Земля также разлетается. В принципе, ничего мега сложного тут нету. Запускаем метеориты, астероиды, которые врезаются и брызги все снесит. Ясно, понятно. Ну, здесь тоже... Подождите, а это не наша Земля, случайно? Почему здесь столько народу? И она просто розового цвета. Я не знаю, коты. Наверное, это просто самая скромная планета. И когда к ней кто-то подлетает, она такая... И краснеет вся. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчик и любите свою планету. Всем до скорых встреч, коты!